Напрыканцы тыдня шмат дзе пройдуць районныя дажынкі, да прыкладу ў кіраўскім раёне да свята хлебаробаў рыхтуюць аграгарадок Любонічы. Дарэчы, менавіта праз гэты населены пункт з боку Бабруйска ідзе дарога да Клічава, сёлетняй сталіцы абласных дажынак. А па словах маляроў, для іх дарагая кожная хвіліна, таму час паміж дажджамі не марудзяць. Засталося дафарбаваць адміністрацыйны будынак. Разам з тым, работы па добру парадкаванні аграгарадка Любонішы вядуцца другі год запар. І нарэшце вырашана вялікая праблема з рэчышчам рэчкі Любанка. Вода заходила к людям во двор, в пристройки, везде, поэтому у нас была вечная проблема. Примерно метров 500 уже расчистили полностью. То есть у нас здесь было очень много, большие заросли лозы было. Івняка, і все это убрали. Аграгарадок Любонішы – один з буйных населених пунктаў Кіраўскага района. Тут живуть больш за пау тысячі чалавек. Мясцовы жыхары актыўна дапамагаюць у добраўпарадкаванні вёскі, каб не сорамна было перад гасцямі. Много было удалено пустующих домов, хозяйственных построек, вырезана кустарника, подготовлена земля для вовлечения всех в оборот. Местное население тоже принимает участие. Кто-то более активно, кто-то менее активно. Нам оказана спонсорская помощь, например, вот нашего местного жителя для покупки краски, чтобы вот обновить заборы нам. Восстанавливаем больше около трех километров забора. Обустраиваем парк центральный, который будет и после дожинок дальше продолжено облагоустройство. И мы планируем посадить вот то, что мы вырезали деревья. Я для населения хочу, чтобы люди понимали, мы планируем больше 200 деревьев и посадить там. Дарэчы, на месце аварийных дрэў з'явіліся цікавыя клумбы. Былую агароджу отдали для добраўпарадкавання дваров. Жыхары Любоніч кажуть, яны будут сустракать не только районных пераможцев жніва. Праз Любонічы идзе дорога на Клічаў, столицу сёлетніх областных дажынак. Татьяна Сергейчук, Александр Тарасов, новини региона.